Привет, друзья! Привет, друзья! Мы тут наткнулись на канал одной интересной девушки, она работает телеведущей. Но в своем блоге рассказывает не только про телевизионную кухню, но и на личном примере показывает, как молодая современная девушка ищет себе мужа. Так что, если вы одиноки или даже в паре, но все равно хотите понаблюдать за ее приключениями, подписывайтесь на канал Алина Малина. А она там вообще не кисло развлекается. Недавно вот обстебала гламурных тусовщиков, сходила на безумный женский тренинг и бал, на котором были одни девушки. Каждый ее выпуск — это реально угар. Подписывайтесь на Алину Малину, ссылка на канал в описании под этим роликом. Блин, да ты чё? Чё ты не делал? Ничего. Все, спалил. Доброе утро, ребятки. Паша все спалил. Маленький негодяй. Такой хорошенький у меня с утра. Друзья, всем привет. Очень извиняемся, что нас не было так долго. Нас не было, потому что у нас была ужасная погода и было очень мало материала за эти дни, потому что мы никуда практически не выходили. Все наши планы сломала погода, мы просто просидели дома из-за того, что дождь шел неперестанно, просто бесперестанно шел лил дождь. На улице какалька, какалька. Капец вообще, ребятки. Пришли мы, значит, припарковались, пришли за своей машиной, а тут вот что. Что за люди такие, я вообще не понимаю. Как так можно? Как мечки. В чем там эта штука мешается? Штука, уйди отсюда. Вот сюда. Так, стой. Тут стой. Я взяла, в общем, вот такие вот шорты. Померить, не знаю, нормально будет или нет, потому что вообще беда просто с шортами у меня. Не могу ничего найти подходящего. Как-то вообще не очень. Пойдем куда-то что смотреть, что-то выбирать. Не знаю, что-то понравится мне или нет. Просто когда я хожу в магазин, у меня нет с собой денег, то я все всегда нахожу. Когда я прихожу с деньгами, я ничего не могу найти. Такая подлость. Мне не так не повезло сегодня. Что это такое? Это что такое? Вообще снимать? Да, помоги. А шорты мне понравились. Все, пришла я уже домой. Чем занимаешься, любимый? Ты что делал, я никому не расскажу, потому что я не дрочил, честно, честно, честно. Какая смешная. Что ты купила? Рассказывал? Я маму Леночку разорила, она ушла грустная. Самое главное, что я его очень долго спрашивала эти очки, вот, сказала, тебе все очки не нужны, зачем тебе очки? Да. Я выпросила. Переключаемся, дорогие друзья. Так, переключились. Ну что, Настя, ты куда? Исчезла? А где Настя? Настя, ты где? Вот. Ёпс, туда. Ну как? Типа мандаж, что ли, модная как-то, да? Ну! Нормально или не очень идут? Типа модная манда. Ладно, давай дальше, что еще? Вот эти шорты взяла белые. Угу. Что-то мне сегодня белое все, и кофту белую. Ну такая маме она просто понравилась, и мама сказала, возьми ее. Я просто хотела футболку, но футболки что-то меньше смотреть. И, короче, взяла вот такую вот штуку. Ну, она ничего так смотрит. Платье, что ли, это? Нет, это такая блузка. Но вот здесь как бы здесь руки так присовываются, короче. Такая вот она. А иди, одевай. Вот так вот. Что-то жопа стрёмно смотрится. Ну, не тянутся, кстати. Так что еще место есть для полки. Если оно будет. Ну, так надо ее увеличивать на статисе, конечно. Надо? Мы ее просрали уже где-то. Мы ее просрали давно. У нас была хорошая жопка, а сейчас вообще... Просто продолжечка. Ладно, посмотрели. Это друг другу вообще не подходит. Вообще, ну, как... не подходит. Какую-то фигню купила, мне кажется, вообще. Вот эту? Конечно, фигня какая-то.
Нет, ее нужно просто зачитать. Куда ты в ней пойдешь? Мы-то поговорили. Ты не читаешь? Он нет, он сказал. Надо просто темный висеть. Вон, достали еще, короче, маски, которые у нас есть. Настя, вы знаете, вот одну из них не понаслышке. Это? Да, помнишь? Я что-то уже забыл когда-то. Там скример-то был этот. Мы делали скример. Подглядываю за Настей видео, помните? Вот эта маска. Ну, еще... такая страшная, если вот волосы убрать как-то это все, чтобы не видно было. Так... Тебе идет. Так морда, смотри, как-то... Смотри, почти вот ничего не изменилось, кстати. Уехала морда. Почти ничего не изменилось. Сам ты свинья. Реально, вот скажите мне, мы уже все сняли. Машину помыл, я 3 раза протер уже. И мы уже собрались уезжать. Мы не виноваты. Ну вы даете, дро. Костоит бех. Бех. Да. К сожалению, у нас, правда, в России, опять же, о чем мы говорили. Это полный плод просто, я не знаю. Как можно быть такими животными, вот честно, я не понимаю. И в России это очень развито, очень. Вот такая вот херня. Просто приятно, да? Я не знаю, как это вообще возможно, вот правда. Это насколько надо быть просто животными конченными, я не понимаю. Я этого вообще не понимаю, блядь. Внезапно решили сделать шашлык. Шашлык? По эконом-варианту. Немножко угля, немножко самой дешевой жидкости, немножко этих и немножко сосисок. Настя увидела маленьких собачуличек. У нас, короче, сосиски для шашлыка мы взяли. И сейчас Настя предлагает отдать их. Ути масеньки. Мама орёт. Да? Сейчас мы уйдем, да? Маленький. Чисто торчит там. Все, короче, нас атакуют. Настя, пойдем. Ути. Маленький. Ты боишься? Погладить, она не даст нам. Она не даст погладить. А если сосисками принем? Давай сосиску возьми. Давай. Мамка пришла за сосисками к нам. Гулявки вон там все спрятались, смотрите. Такие хорошенькие, не могу. Хорошки такие прям. Ну давай. На эту, на фотографию. Можно хлебушек я возьму, дам ей? Да. Сосиску, да хотя бы вот так, хотя бы так, да? Это пока держи. Сосиску ты можешь почистить? Это мама, да? Кушай. Оп, а детям? Пойдем детям. Такие хорюсенькие. Они там, видимо, греются, да? Ну там холодно. Иди, подкинем поближе, к ним подойди. Я не боюсь. Ок на землю-то не очень делают. Почему не очень? О, положи на эту. Там один он? Отойди. Там не видно. Все, отойди. Вон, смотри, смотри, вылазят. Смотри, смотри. Иди, это, сними сюда. На меня смотри. Машинка, дай еще сосиску. Маленькие сразу же повылазили. А ты это? Не, один еще только. Он тебя увидел, боится. Боятся. Я отошел. Боятся маленькие. Они боятся, малютки, да?
сейчас повылазят сразу же. Смотри, 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 смотри. Повылазили. Сразу же там. Сразу же повылазили мелкие, а? Глеб тут это, дрессировщиком устроился. Опа! Вот так вот. Братан! У него же слюни текут, блин. Все, уже поели. Все косточки отдали Бобику. Оба. Весь мусор собираем. Все правильно. Все, Бобик, давай пока. Настя, прощайся. Все, пока-пока. Пока, не скучай по нам. Ты куда с нами? Ладно, с нами ехали. Брат, брат, бегом ускоримся, брат. Ой, такой хорошенький. Может, возьмем его себе? Помните мелкую нашего тайного ребенка, который видео, кстати, набрало уже 70 с чем-то тысяч просмотров? Здорово! Ты узнал? Да? Как меня зовут? Привет всем. Привет, да? Да. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Молодец. Давай. О, молодец. Давай, давай. Сейчас получится. Давай. О, почти. Какая молодец. А это что? А это что такое? Ты знаешь ее? Это кто? Паша. Паша. Ты Паша, и я Паша тоже. Да, Паша. Мы два Паши. Опа! Все, да, пока-пока-пока. Да. Друзья, пока Настя в душе, прямо сейчас мы приехали домой наконец-то. У меня есть для нее маленький сюрприз. Дело в том, что вы помните ее телефон. Этот айфон, который был разбит. Ну, это я сейчас не исправлю. Но вот чехол, который выглядит уже, я не знаю, просто как адово, мы снимаем. И... летний чехольчик с отличными, там, не знаю, там, штучками, типа, не знаю, арбузика маленечко напоминает. В общем, приятно выглядит на лето самое то. Одеваем его. Сейчас я порадую и покажу вам ее реакцию. Просто положу сейчас телефон, она заметит, нет вообще, то, что у нее изменился чехол этого старого вонючего на новенький, красивенький летний. Кинем там же, где он лежал. И когда она заметит, я постараюсь снять вам, как это произошло. Что это ты мне западающих такой под окна? Ты что купил? Что это такое? Где это такое? Это еще мой телефон? Да, мой. Какой-то вообще другой, как будто телефон не подкинул. Всем спокойной ночи. Приятного дня. И... пока-пока, он Настя сказала, дайте. Уже спи. Друзья, всем привет. Хочу пранкануть Пашу. Паша ванна моется. Сейчас утро, ночью попросила его друга перегнать машину его, чтобы он проснулся и подумал, где же у него машина.